Так, а кто у нас тут в гостях? Подписчики у нас в гостях. У кого в гостях? У Капанды в гостях. А во что играем? Конечно же, играем в Roblox, мой любимый Tower Battles. У нас катка вместе с подписчиками моими. Всем привет! Всех рад видеть. Нет, давайте возьмем ферму, где мы будем апаться. Давайте мы где-нибудь вот здесь, в уголку будем. Вот здесь вот. Аккуратненько, чтобы никто не уволок, как говорится, да? Так, самое главное, чтобы сейчас все только фармить не начали. Не, нормально, у нас есть... так, кто-то поставил две фермы, кто-то поставил джипы, это хорошо. Так, я играю в команды синих. Играем против команды красных. Короче, друзья, всем привет. Всех категорически приветствую. Глянем, что там у нас у соседей творится. У них тоже есть ферма, есть джипы. Все нормально, короче. А, еще у них есть снайпер наверху. Снайпер стреляет. И есть скаут. Пикалетчик, как я его называю. Че, пускай стоят, нормально. Так, я хочу уже купить за 400. Есть 400, у меня есть. Я сейчас куплю тоже джип. Пускай едет джипарик. Наш дружбан. Так, поставим его где-нибудь вот здесь, пускай стоит. И апнем его на второй уровень, чтобы... купим ему бампер, чтобы у него жизни было 60 уже. Потому что вначале у него по 25, он очень слабенький. Так, едет один мой джип и один его джип. Все нормально, 380 почти хватает. Давай, давай, давай. По 25 это очень мало. Все, мы всех забодали. Тут еще опять эти шустрые идут. 380, ну давай, чуть-чуть, 25 еще не хватает денежек. Сейчас ферма нам принесет маленько. Она сейчас пока помалу приносит вообще. Ферма на пятом уровне приносит 1500. Окупается она быстро. Так, 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 так. Что-то они какие-то шустро побежали. Ребята, ребята. Куда вы побежали-то? Ну-ка, мне нужно... Все, успел я апнул, да? Так, все, успел я апнул. Но все равно этого мало. Нужно, наверное, еще одного джипа поставить. Потому что два джипа мы тут не затащим. Сейчас, если все начнут фармить, будет тяжело опять. Это мы не успеем. Нам нужно успеть обязательно. Так. Глянем, что там у соседей-то у нас творится. Так, у них тоже фермы. Фермы, фермы, джип. Также скаут. Пока особо ничего не изменилось. Короче, фермы есть. Это нормуль. Так, вот сейчас самое главное, не поставить либо ферму еще одну. Так, шестая волна. У нас пойдет босс на восьмой волне. Нет, мне, я поставлю еще лучше джипа. И апну их. В следующий раз, когда деньги будут, за 380 на второй уровень, да. Вот такой вот план у нас. Ну, ребята вроде нормально играют, да? О, два брата-акробата, они такие обои, похожи очень, с черными крыльями. Очки только разные. Прикольная прическа синяя, точно как два брата. Так, что у нас? Одна ферма из второго уровня. И одна... Ой, одна ферма, говорю. Одна... Один джип второго уровня и еще один джип первого уровня. И ферма второго уровня. Что-то мы пока не особо-то богаты. Но, как говорится, чем богат, тем и рад. Ладно, сейчас надо копить налейку. 550 нужно обязательно накопить налеечку. Пошлите глянем, что у соседей. Какашку тоже перепрыгнем только. Оп. Так, так, так. Вот они, красавчики. Вот они стоят. И вот они спавнят. Так, еще одного они ФСБшника поставили. Раз ФСБшник, два ФСБшник. ФБРовец. Один ФБРовец, второй ФСБшник пускай будет, да? Пускай они там стреляют. Так, у них три фермы. А у меня пока вообще ни о чем. Нужно нам еще одну будет поставить. У меня пока одна. Но я сейчас хочу ее апнуть на третий уровень. 550 еще не хватает. А потом на четвертый. Потом я буду еще фермы ставить. Вот, кстати, сейчас пойдет босс. У нас восьмая волна. Пойдет сейчас босс. Где он? Босецкий, ты где? Сейчас он выползет. Сейчас пойдут куча этих медленных, которых по 16 жизней. Да? Где они, где они, где? Вот, и босс. Вот он босс, у него 180 жизней, да? Да, 180 жизней. Как-то он провалился сквозь текстуру, идет он, блин. Они какие-то все идут. По пояс, в грязи, можно сказать, в бетоне. Так, давайте посмотрим. Налейку хватает? Ничего нам не хватает. Нужно целых 130 монет еще налейку. Лейка, лейка, лейка. Не хватает нам налейку. Это печально. Ну, сейчас мы босса задавим. Все, налейку хватает. Все, у нас ферма стала третьего уровня. Так, и два патруля у нас второго уровня. И ферма третьего. Нормуль. Пока живем. Давайте глянем, что там у соседей. Так, мы все зачистили? Нет, нифига, мы еще босса не зачистили. А нам, кстати, будет сейчас тяжело. Нет, у нас, в принципе, 4 джипа. 4 джипа должны справиться с этой волной. Вот это меня просто напрягает. Их куча идут по 16. Это очень много их.
Их очень много. Так, а у них как дела? Ребята, а как чем вы бить-то их будете? У вас два джипа только. Снайпер и вот эта мелочевка, да? Будет тяжело. Всего два джипа-то точно не затащат. Два джипа там не затащат, зато ферм куча у вас. Еще и невидимые идут. Ну, снайпер, если апнутый, он там будет видеть невидимых. И джип всегда давит. Джип — это единственный юнит, который давит даже на первом уровне невидимых. Обычно нужно апать. А, нет, вру. Еще файзер, по-моему, видит даже на первом уровне. Да, файзер и джип на первом уровне могут убивать хайденов. Так, за 1000 апаем. Все, у меня ферма уже одна, 4 уровня, приносит по 500. Нормуль. И два патруля. О, у нас уже есть миниганчик и есть командир. Так, все, за нашу сторону я не переживаю. Я теперь что-то начал переживать за соседей. Как у них тут дела? Не, у них тоже все нормуль. Этих они задавили. У них снайпер. Джип раз, джип два. Так, три джипа, да, у них? Да, три джипа, но вот сейчас, кстати, двух боссов тоже будет тяжеловато убивать. Но они еще пока... Этот вообще даже первого уровня, 25 у него жизней. Маловато, но зато куча ферм. И три джипа. Ладно, давайте глянем, что у нас там. Мне нужно сейчас, наверное, поставить еще одну ферму. А, и опять кто-то вышел красный. Ну что ж такое-то, он ливнул. А, так нечестно. Лучше бы кто-нибудь с нашей стороны вышел. Ай, опять трое на двое, а. Ну, что поделаешь, а? Что поделаешь-то, что поделаешь? Так, давайте поставим ферму. И апнем ее раз. Апнем ее два. И на третьей не хватает. Еще 500 надо. 521 монетка. Потому что... Сейчас у нас у нормуль, потому что стоит миниганчик. Миниганчик очень большой у него обзор. И он начинает нахлобучивать, прям как только не вылазит отсюда. Так, еще мистери идут. Вот эти мистери, самое главное, чтобы сейчас не наспавнили боссов. Когда он умирает, он рандомно может... ой, видите, уже босса одного спавнили. Вау, второй что ли босс? Два босса уже вылезло. Три, капец, одни боссы повылазили. Грусть, печаль, огорчение. Ну-ка, у них как то. Они рандомом в каких-то мобов из себя выпускают. Не, у них тоже, короче, куча боссов идет. Но они поставили, кстати, этого, флеймера. Флеймер хорошо замедляет. Но, к сожалению, один у них вышел. Почему-то ливнул. Дисконнект или еще что-то. Может, интернет отключили у человека. Всякое бывает. Ладно, давайте поставим еще одну ферму. Пока вроде нормуль все. Еще одну ферму. Апаем. Так, у нас всего 4 джипа. 4 джипа плюс командир плюс команда. Ну-ка, сколько у них там осталось? Ой, мамочки, а что-то куча еще осталось. Можем, кстати, не успеть. Так, так, так. Еще один босс есть. Так, ну-ка, сколько жизней-то у них осталось? Все, всех задавили. Все, нормуль. Всех задавили. Более-менее теперь я спокоен. Глянем теперь, что у соседей. Самое главное, чтобы там соседи теперь тоже булки напрягли и их забодали. Так, так, так. Так, нормуль, замедляют. Еще идет у них некромансер этого босса. О, у них уже тоже есть, кстати, миниганчик. Миниганчик — это хорошо. Миниганчик — огонь. Вот это главный огонь. В прямом и переносном смысле. Но самый огонь, конечно, это вот Z. Потому что Z на пятом левеле сносит обалдеть. Очень много. Ну и апнуть, чтобы было на пятый уровень, нужно 56 тысяч денег. Так, апаем ферму. Так, надо сейчас глянуть. Все нормуль. Если у нас все нормуль, тогда я буду дальше фармить. Если будет тяжело, то я буду помогать, конечно. Нет, пока вроде у нас все в ажуре. Ставим еще одну ферму. Нам надо 5 ферм, потому что очень тяжело будет копить потом на Зеда. На последний ап будет очень тяжело. Так, у нас опять идут эти мистери, которые с вопросительными знаками. Главное, чтобы они боссов не наспаунили нам. Потому что боссы очень тяжело их валить. Так, сколько их тут штук-то уже, а? Самое главное, чтобы боссы не вылазили. А, и одного босса все-таки заспаунили. Так, 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 смотрим, 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 пока все в ажуре. Еще один, что ли, босс вылез? Так, достанет он его? Вот когда они вот тут пойдут, они должны его достать. Так, у босса осталось 30. Не, нормально, даже если они дойдут. Вот этот сейчас же должен его захватить, да? Да, мне кажется, он должен его захватить. Так, 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 так. Но даже если он и дойдет... Не, все, нормально.
Все, в ажуре глянем, что у соседей там. Нет, да, прежде чем соседям, нужно поставить пятую ферму. Пятую ферму ставим. Так, что там глючишь-то? Так. И апаем, ап. Все, у меня 4, 5 ферм на 4 уровень. Все, нормуль. Миниганчик у нас уже с двумя миниганами. Это очень хорошо. Пускай стоит. Так, у них джипов куча. Мамочки, не горюй, 6 штук джипов. Миниганчик тоже, кстати, 4 уровня, да? Да, миниганчик 4 уровня у них. Снайпер и куча ферм. Куча ферм и куча джипов. Нормуль. Все. И еще флеймер. До кучи их замедляет. Так, у нас 17-я волна, и идет босс 2 уровня. Вот он, кстати, тяжелый. У него 1600 жизней. Ладно, глянем, что там, как у нас дела. Мне сейчас надо либо копить на ферму 5 уровня, либо на Зеда, наверное. О, я, кстати, хотел эльфа поставить. Давайте для прикола сюда эльфа воткнем. Пускай стоит. Пускай у нас здесь один эльф будет. Он, кстати, хорошо справляется с сплэш-уроном. Видите, у него сплэш-урон против мелочевки всякой. Так, сколько у босса осталось жизни? О, да даже половину мы не сняли. Так, пока не успеваем мы глянуть. Я хочу глянуть еще, сколько у них жизни. Так, у нашего... Сколько жизни-то осталось? 600, да? А у них... Чуть поменьше. А, нет, у них 900. Кстати, мы чуть-чуть быстрее пока. Справляемся мы чуть-чуть побыстрее. Ладно, пускай у нас тут эльф стоит на хлобуче. О, уже и файзер у нас появился. Файзер — это хорошо. Файзер — это прикольно. И наш эльф будет, короче, уничтожать мелочевку. Когда побегут мелкие мобы, он хорошо с плэш-уроном их уничтожает. Чтобы файзер потом мог бить только по боссам. Во-во-во-во-во, можем апнуть ферму. Давайте ферму апнем. Все, ферма 5 левела, которая приносит по 1500. Это хорошо. Так, миниганчики нарезают. У нас 18-я волна уже идет. Обалдеть. Так, что-то быстро мы до нее, кстати, добрались. А, глянем, что на этой стороне у нас. Куча ферма 5. Так. Ничего особо не изменилось, да? Миниганчик у них также 4 левела. Чтобы апнуть его на 5 левел, по-моему, 8800 нужно денег. Если я не ошибаюсь. О, у них тоже ферма уже одна есть. 5 уровня. Это прикольно. Так. Надо тут смотреть еще что. А что тут смотреть? У нас все тут в ажуре. Сейчас пройдет волна, и мы апнем, наверное, еще одну ферму на 5 уровень, да? И будем копить на Зеда уже. Хватает? Как раз хватает. Я же говорил, что хватит. Все, ферму мы апнули. У нас две фермы уже 5 уровня. Они уже только две приносят по 3000. Точнее, в сумме 3000. Каждый по 1500. Вот, сейчас будет прикольно эльф нахлобучивать. Давай. А он, кстати, по невидимых не видит. У него повреждение не сильно большое, но очень хорошо то, что он стреляет сплэш-уроном, то есть в куче. Ой, босс-то хоть дойдет, даже босс, наверное, не дойдет, не успеет. Нет, он хоть выстрелит. Бенчик. Один раз пальнул. Что-то быстро мы тут сильно всех вмяли. Просто в землю втоптали. Ладно, глянем, что тут. А что тут? Все нормуль тоже у них, тоже все зачищено. Все пока ровно идем мы. Идем пока ровненько, это хорошо. Так, давайте апнем ферму. Ну, конечно, ферму. Что у нас 5000? Есть что добру пропадать. Нам самое главное сейчас накопить на еще, получается, 8000. И после этого у нас будут все фермы, и потом я уже поставлю Зеда. Потому что Зед очень дорогой. Самый дорогой юнит в игре это есть. Так, все, 4700, ой, 7300 есть, и 4 раз, и 4000, еще 700 остается. Все, сейчас почти апнем, давай, моя хорошая. 700 осталось. И будем уже задав спавнить. А буду я их спавнить где? Наверное, вот с этой стороны, потому что здесь есть командиры, командиры будут апать. Но на всякий случай своего командира взял. Ну что, как этот у нас тут? Видите? Когда он взрывается, такой белый круг на секундочку загорается. Это радиус сплэш урона. Поэтому он, когда стреляет, он стреляет сразу же по двум. Он сейчас сразу же стреляет по двум боссам по этим. А файзер стреляет только по одному. Все, 10 тысяч. Ай, промахнулся мимо фермы апа. Так, все, у меня 5 ферм максимального уровня. И теперь уже можно поставить где-нибудь сверху вот сюда зеда воткнем, да? Давай. Где-нибудь, чтобы он не мешался там. Где-нибудь вот так вот сверху. Вот так вот все, пускай он его усиливает. Зед есть, вон он наш красавчик Зед поехал. Да, вот Зед едет, нахлобучивает. Не, пока еще не нахлобучит, у него же тоже есть свой радиус.
Сейчас он дойдет. А он, кстати, Хайденов пока не видит. Да, он Хайденов не видит. Давайте Хайдена убивайте, чтобы он не воткнулся. Все, и у нас босс идет. Так, у босса 1200 жизней. Бенчик. И сразу же стало 300. А у них сколько? А у них... Еще идет. Нет, тоже уже не идет. Или еще идет босс? Нет, еще идет пока босс. Ой, там два, а у нашего сколько осталось? Так, 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 нужно глянуть. Нет, у нас тоже еще один остался босс. Так, давайте я поставлю еще одного где-нибудь вот с этой стороночки, Зеда. И будем копить на третьего Зеда. Потом я продам эти джипы, потому что джипы в конце уже вообще не тащат. А кем мы еще будем играть? А может, кстати, не буду их продавать, наверное, апну их до танков. Если мы до туда доживем, конечно. Так, пазер есть, это хорошо. Это нормуль. И есть у нас куча командосов. Уж сколько уже? 4 штуки, да. Трое из них, причем, на 4 уровень апнутый. Так, я знаете, что думаю? Может, не до танков проапаться? Нет, я хочу сначала до зедов поставить максимальное количество их, чтобы они почаще спавнились, выезжали. Так, ставим еще одного. И еще одного дошватает. Да, еще на 4 хватит. Вот сюда 4 поставим. И на 5 нам пока не хватает. Глянем, что у соседей как дела. 24-я волна у нас уже идет. Мамочки, нормуль. Так, у них уже появился 5 уровня миниганчик. Команда. Вот он. Так вот выглядит прикольно. Это 5-й левел, детка, да. Смотрите, как босс ставит. Просто быстро. В жизни просто текут. О, у них, кстати, эти самолеты есть тоже. Авиатор. Так, что-то уже тяжко становится. Так, 24-я волна, уже Хайдены идут. Ну-ка, как у нас там дела? Как у нас дела? Как говорится, пока не родила, да? Так, я могу уже поставить 5-го Зеда практически. Давайте поставим Зеда. И будем первого вот этого апать. 3600, 4400, почти хватает. 800 надо. Так, Хайдены идут. Вот они меня напрягают, то что сейчас все Зеды в них воткнутся. И жизни у них не останется. Не, нормально, хотя бы этот еще живой. А, 5 жизней осталось. Обалдеть. Все, 0. Ладно, пускай пока нахлобучат. Тут у нас, кстати, эльф хорошо нахлобучивает. Так, ладно, 4400 могу апнуть. Все, нормуль. И теперь я хочу, знаете что, я хочу проапать нашего эльфа. Пускай он от этой мелочевки хорошо расправляется. Давайте его апнем. Вот, 5400 нужно на последний. Firedogs, эти фейерверки будут. Пускай он тоже стреляет, он хорошо справляется с этими, в куче где. Пускай стреляет, пускай у нас будет один эльф. Маленько дух Рождества, хочу, чтобы присутствовал у нас. Все, 5 уровень, лобысь, все, он готов, вот он в шапке с большой базукой появился. Подарки раздается, подарками же стреляет он. Бенчик подарок полетел. Но он подарками стреляет. Вот вам, на Новый год. О, у нас даже рельса есть, Риоганнер, это прикольно. Давайте глянем, что там у соседей, как дела. О, у них еще один 5 уровня уже появился. Команда с 5 уровня, раз и два. А этот 4 уровня, нормуль. Что, затишье перед бурей? Вообще никого нет. А, вот только пошли сейчас боссы. Так, я могу апнуть уже на 4 уровень своего Зеда. Да? 14200, да, у меня 14700. Все, апаем на 4 уровень. Сейчас у него будет 2 шестистволки уже, где он? Так, 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 это все старые. Сейчас он где-то вот отсюда вот вылезет. 4 уровня Z, у него будет 2 минигана. А на 5 левеле он становится черным. У него 8000 жизней, 8600, по-моему. 2 ракетницы и 1 большая восьмистволка прямо посередине. Примерно как-то так получается. Так, у нас стоит Риоганнер, это прикольно. Но нужно его проапать, срочно будет на 5 уровень. На 5 уровень его апнуть, что-то 14600, в районе 15 тысяч, короче, стоит. Так, а где мой Зет, кстати? Где мой Зет 4 уровня? Вот он, кстати, вот он. 2800 у него жизни и 2 четырехстволки. Все, товарищи, езжай, нахлобучивай. Как тут дела? Тут все нормально. Короче, я буду сейчас копить 15 тысяч. У меня же проапнутый, да, у меня максимально эльф апнутый. Да, максимально апнутый. Командиры тут стоят, усиливают моих зедов. Это хорошо, 5 зедов стоит, все. Побежали, глянем, что у соседей, как дела. А что, у них тут тоже все нормально.
У них раз, два, три. Три штуки уже. Три миниганчика. И максимально, кстати, проапнутый у них авиатор. Вот эти... у него там есть сверху и пулеметы. Еще он ракеты бросает. Вон они. Да, я тоже уже, кстати, затестил его. Это авиатор 5 уровня. Ну что, затишье перед бурей? Что так тихо-то, а? Вот, сейчас пойдут. Давай, давай. Спавнитесь, ребята. Хорошо, хоть, блин, разработчики баг пофиксили, когда на 30-й волне зависала. Так, а у нас уже, между прочим, 29-я волна. Тут у нас все тихо. Все, мы вроде всех зачистили здесь. Все нормуль. О, Риоганнер у нас уже 4 уровня. Стреляет редко, но метко он. Это хорошо. Но самое главное, у него какой минус? Он не видит хайден боссов. Скрытых боссов Риоганнер не видит. Но зато их видит Фазер. Так, давайте-ка посмотрим. Может мне продать одного джипа все-таки? Или вот проапать? Давайте я, наверное, до танков проапаю. Все просят, апай, апай джипов. Давай, все, я апал. Наапнул я джипарей наших до уровня танка. Вот он, танк едет. 600 у него жизней. Он еще и стреляет пулеметом и с основной пушкой своей тоже нахлобучивает. Прикольно. Что у нас, тихо все так? Затишье перед бурей. 30-я волна на подходе, да, ребята? И у нас у всех команд по 100 жизней. Обалдеть. 100 жизней — это хорошо. Пока еще никто никого не пропустил. Становится все напряженнее и напряженнее. Кто же победит, да? Так, миниганчики стоят. У них уже 4-й он миниганчик. Да, вон он. 4-й, 5-й уровня, 4 штуки их. И у нас пошли уже эти, хайдены. Капец, они так быстро падают. Но хайдены-то не особо сильно. Вот босс 3-го уровня, такой золотой в шляпе, который пойдет. У них уже по 3200 жизней. Это уже, конечно, посерьезнее будет. Но хайдены чем хороши, потому что... они могут быстро пробежать, обхитрить всех. Пока если у вас нету юнитов, который бы их увидел и убил, хайдены могут быстро проскользнуть. Этим-то они и опасны. Так, что мы тут всех задавили? Сколько у нас там жизни осталось? Да нормуль. Так, у меня 30 тысяч, и мне осталось накопить 20... ну, 26, грубо говоря. Блин, я забыл, что их всего двое-то, а? Ну, это нечестно будет. Это будет, конечно же, нечестно. Их всего двое, а нас трое. И это печально. Так, вот они пошли, боссы у нас уже. 3-го уровня. Что-то такое быстрое они тоже куда-то улетели. Че, затишье перед бурей у нас? Тихо тогда. Давайте сейчас глянем, они пойдут. О, боссы повалили. Так, босс 2-го уровня, да, по-моему, это? Да, босс 2-го уровня, у них по 1600 жизней. Вот они пошли, боссы 3-го уровня уже, у них по 3000. Рельса хорошо с ним. Вот, рельса, кстати, уже 5-го левела, 5-го уровня. И снимает она, по-моему, за один выстрел по 400, да, по 400 она снимает. Я уже на Z почти накопил. Z 5-го уровня, осталось 9000 набрать. И вот этого Z мы апнем. Что тут осталось, маленько же, да, у нас? Кстати, Z уже принес мне 11600. Ну, пока не особо много. Но потом хорошо, зады будут 5 уровня, они вообще хорошо приносят. Так, что у нас там, 2 некромантера идут. Некромантера завалили, все нормуль. И осталось 3000 набрать, и огонь, и мы делаем зеда. О, уже файзер есть, файзер 5 левела. Кстати, вот он, да? Да, 5 уровня файзер. Так, как у соседей там дела? Нормально, они тоже тут все зачистили. Боссов... о, нифига, уже и огнеметчик у них 5 уровня, прикольно. Все, они тоже зачислили. Ну что, покупаем. Делаем Z 5 уровня. Хлобыська, вот он такой стал, черный. Ангар и черный. Где он вылазит? Черный кот наш. Давай, выползай, красавчик. Так, я думаю, может еще одного эльфа поставить. Надо было мне взять тоже Риоганнера, наверное, либо Файзера вместо эльфа. Что-то я решил эльфа поставить. Ну чё, где наш Z? Где Z 5 уровня? Это все первого. Так, давайте мы, кстати, проапаем еще Z-ов. Вот он. Вот он, Z 5 уровня. Черный. Красавчик. Нормально, да, едет так?
Красивенько. Сейчас еще нахлобучивать будет. Так, боссы. Нифига их сколько. Это какая? 33-я волна у нас. Кстати, ребята играют в две каски всего, в 2К. И молодцы, хорошо играют. То есть держатся уже 33 волны всего вдвоем. Молодцы. Респект и уважуха. Но им сложнее, гораздо сложнее. Так, Pfizer есть у нас. Уже две рельсы 5 уровня. И пока только один у нас 5 уровня Pfizer. Вот этот, по-моему, 3 уровень, если не ошибаюсь. Я их так пока еще хорошо не различаю. Так, мне больше интересно, как тут дела у нас. Я там даже пока все апать ничего не буду. Вау, 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 ничего себе тут сколько миниганчиков. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять. 10 штук их, обалдеть. Если правильно я быстро сосчитал, их 10 штук уже. Причем они все апнутые у них. Так, у нас тут стоит эльф один, одинешенек. И давайте, наверное, я же смогу, точно, я могу еще апнуть на 4 уровень. И на 5 уровень не хватает еще 20 тысяч. 23 тысячи не хватает, чтобы апнуть Pfizer'а. Ой, Pfizer'а говорю, какого Pfizer'а? Zed'а. Фермы есть. О, у нас тут сколько плантаций-то уже, а. Сейчас еще наверху понаставят. Здесь вот чем хорошо эта карта, то что здесь можно куча риоганеров поставить. А потом их можно еще и вот тут разместить. И очень хорошо то, что их апает командир. Так как у них становится гораздо быстрее скорость перезарядки. На 20%. Увеличивается радиус обзора и увеличивается скорость перезарядки. Ну что, 56 тысяч, апаем второго Zed'а. Апаем раз, два, все. Zed второй готов у нас. Пускай едет, нахлобучивает. Кстати, не похоже. Вот Zed похож маленько на этого, на Командоса. То, что они такие темно-синие. И плюс еще голубые такие нотки у них есть. То есть голубые шестистволки, светло такие, светленькие. И ракетница у него тоже такая голубенькая. Прикольно, короче. Как выглядит Zed на 5 уровне, это просто космос. Мне нравится. Так, 3600, 4 и на 4 уровень не хватает мне. На 4 уровень, чтобы апнуть, нужно 14 тысяч. Нет, конечно, нет, не хватает. Ладно, у нас уже 34-я волна идет, мамочки. Вау-вау-вау, у них, кстати, сейчас боссы пройдут-то. 34-я волна, куча боссов. Да-да-да-да, могут не успеть. Эй, ребята, ребята. Все, не успеют они. Или успеют. Не-не-не-не. Все, 34 волны еще можно продержаться. Но нужны обязательно либо Pfizer, либо Real Gunnel, либо Zed. Иначе будет просто нереально вот эту 34-ю волну пережить. Все, друзья, спасибо за игру, спасибо за просмотр. С вами был Капанда. Пока-пока.